Здравствуйте, уважаемые любители астрономии. Мы продолжаем в коротких терминах и понятиях рассматривать астрономические категории, астрономические понятия. Итак, термин 66-й. Парад планет. Парад планет – это астрономическое явление, при котором некоторое количество планет Солнечной системы оказывается на одной прямой от Солнца с разбросом примерно в 20-30 градусов. При этом они находятся более или менее близко друг к другу на небесной сфере. То есть это минимальное расстояние от планеты до планеты, от планет до планет, на небесной сфере, так как они как бы выстраиваются в одну линию. Понятие парад планет не является научным. Оно используется в астрономии только для ее популяризации. Максимальное сближение небесных тел по эклиптической долготе называется соединением. Если при этом они достаточно близки и по эклиптической широте, в этой конфигурации возможно покрытие более далекого объекта более близким. Прохождение планеты по диску Солнца, в случае соединения внутренней планеты и Солнца, или затмение Солнца, в случае соединения с Луной. В астрономии нет четкого критерия близости планет, поэтому термин «парад планет», как правило, в кавычки берется, этот термин, носит качественный характер. Более строгий смысл он имеет в астрологии, где сближением считается расположение планет в одном зодиакальном созвездии. Например, в 2002 году, в конце апреля, начале мая, четыре планеты, Меркурий, Венера, Марс и Сатурн, встретились в созвездии Тельца, а пятая, Юпитер, в соседнем созвездии Близнецов. Таким образом, этот парад не был великим парадом планет. В зависимости от числа планет, участвующих в параде, различают малые парады, 4 планеты, и большие или великие парады, когда собираются 5 планет. Малые парады планет происходят примерно каждые 20 лет, а большие гораздо реже. Кроме того, различают видимые и невидимые парады планет. Последние имеют место, если положение планет на небе оказывается близким Солнцу. Спасибо за внимание. Следующее понятие, 67-е, будет посвящено термину «параболическая скорость». До свидания.